и экономико-экологических исследований Национальной академии наук Украины Владимир Дергачев. Как это будет присмотрено, когда фактически это было правительственное решение и принимало решение и подписывал премьер-министр Украины, а не только представитель компании. Это раз. Во-вторых, то, что ухудшится отношения с Россией, это не новость для электората правящей партии на Украине, то есть партии регионов. Партия регионов часто оппоненты называют партией преданных регионов. Она использует пророссийскую риторику только на время выборов. И даже в таком болезненном вопросе, как военно-политическом, она раньше ориентировалась на сотрудничество с НАТО. И именно